Так, всех приветствую. Сегодня у нас на обозрение вот такие три посылки из Китая. Ну, начнем с этой. Такая увесистая. Мне кажется, здесь ножичек. Она стоила $1.50. Весит 150 грамм. Ну, вот это... Мне кажется, она тяжелее намного. Открываем. Так. Что-то такое здесь волшебное. Туалет написано. Туалетная вода. Типа духов. Интересно, видно? Сейчас я ее... А такая приятная. Очень приятная. Приятный тюбик, когда такой пузырек. Ну и запах у него довольно-таки мужской. Сейчас. Вкусно? О, всем понравился. Запах. Так, буду использовать. Ссылку на него дам, конечно, в описании. Ладно, со второй тяжелой посылки. Итак, она у нас стоит $3. Представляете, $3. И весит она вот как раз 200 грамм. Открываем. Опять коробочка красивая. Ну, коробочка красивая. Малость помята, конечно. И у нас здесь, о, такой ножик. Мне он понравился. Покупал его на Пандау на распродаже. Так, проверим. Сначала покажу. Здесь вот отверстие. Для веревочки можно носить наши. Здесь такой походный. Здесь крепеж. И у него есть вот предохранитель у него вот этот. Так он не закрывается. Раз. Все. Кстати, он откидывается, что ли. Он очень легко выходит из пазы. Раз. И как все. Тут даже написано Cold Steam. Реально вот рекомендую. На него я обязательно дам ссылку в описании. Кажется, на Пандау его покупал. Сейчас я. Так. Да, реально он остро режет. Хотя тут не только бумага, еще и целлофан. Ладно, ножиком вот этим я доволен. Загребаем, может, слушайте, он такой походный. Вот написан, скажи, США. Слезает резкость. Вот тут такие надписи у него. Два ножичка. Все, везде на... Такой он черненький. Ну и последняя посылочка у нас. Открою я ее этим ножиком. Какая-то коробочка. Стоит это у нас доллар. Ровно доллар. Весит 32 грамма. Угу, понял, что здесь. Здесь у нас винты. Коробочка помята. Ну, для подарка такой вряд ли кто будет покупать. Вот. За доллар, за 65 рублей. Это шикарно. Просто шикардос. Вот такие две ленты. Пожалуйста. Сейчас покажу, что здесь, что это за... Вот так вот оно, да, телесного цвета. Допустим, палец поранил, к примеру. Так, раз. Все. Она очень тоненькая.
этот, сама клейка лента. И вообще не чувствуется. Ну, ее особо не видно. Я криво поклеил ее. Вот. Можете знакомиться. Все, на всем раскланиваюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много новых интересных распаковок. Заказов впереди. Едет много разных. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Не забывайте.